День добрый! На связи МК Баски! Сегодня мы продолжим с вами проходить интересную, прекрасную, ну и, конечно же, замечательную игру. Игру довольно неплохую и интересную под названием Command & Conquer 3 Tiberium Wars. И сегодня в 9-й части мы с вами отправимся в Восточную Европу, в Хорватию. Удерживайте аванпост ГСБ в Хорватии до прибытия подкрепления. Итак, сейчас вы в тылу войск НОТ. Готовьтесь к худшему. Наша база в Хорватии нуждается в помощи. Ее энергостанции выведены из строя. Атаки НОТ следуют одна за другой. Обеспечьте оборону базы до тех пор, пока мы не переправим вам МСЦ. А, я помню эту миссию. Это очень мерзкая миссия. По мерзости может сравниться с миссией с мамонтом. Даже, наверное, будет гораздо более мерзкой, чем она. Ну, еще и на максимальной сложности. Ну, давайте попробуем. Это будет жестко. Начать игру. Наша база в Хорватии окружена противником. Ребята держатся из последних сил. У них нет даже сборочного цеха, не говоря об энергии и серьезном вооружении. Ваша задача принять командование этой базой и продержаться до прибытия подкрепления. Ну погнали, попробуем начать игру. Так, тут надо действовать очень ювелирно, я сказал бы. Поступило сообщение. На вашей базе дефицит энергии. Да, знаю. Нужно перераспределить ее по оборонному периметру. Ага. Подготовка. Готов. Система обороны отключена. Постройка подключена. Постройка подключена. Есть. Данные обновлены. Так, данные. Управление подачей энергии. Новое сообщение. Срочное донесение. Старший техник СБОВ на аванпост ГСБ Эхо 2. Хорватия. Из-за диверсии на энергостанциях на базе возник дефицит энергии. Мы просто не можем поддерживать все постройки одновременно. Единственный способ подключить все лишнее и неиспользуемое. Лишите подачи оставшуюся энергии части оборонительного комплекса, и тогда оставшаяся часть будет работать без проблем. Если одну из вышек уничтожат, вместо нее можно активировать другую. Кроме того, всегда стоит перенаправлять энергию со спокойных участков на области прорыва. Сможете со всем этим управиться, останетесь живым. Это очень мерзкая миссия, это очень мерзкая миссия. Я буду, наверное, материться, пока вы проходите. Занимаем район. А, все понятно. Внимание! У нас пока сюды. Винтовки к бою! У нас кто-нибудь сюды. Типа того. Будет очень жестко. Экипаж к охоте готов. Пока времени можно связаться, да. Устанавливаю видеосвязь. А, это снова ты. Здорово, лысик. Заблудился? Ну так, немножко. Тут тебе не синяя зона, здесь территория НОТ. Пока что. Знаешь, я, пожалуй, помогу тебе добраться домой. Правда? В цинковом гробу. Ха-ха-ха-ха, лысик-то у нас жутник. Окопы! Здорово. Винтовки к бою. Так, окапывайтесь. Комбайн атакует. Вы два в одну точку пошли. Атакуют. Ладно, чуть не замутим. Миссия очень мерзкая. Ремонт. На базу напали. Она капец ремонт. Какая мерзкая. Мы будем делать с вами рейдерский захват. Так. Главное ремонт. Ничего не просрать тут. Что довольно сложно будет. Ремонт. Походи-ка. Так, держимся пока. Пуск готов. Все хорошо, хорошо. Соберем Тиберий. Только у вас сюда опять давайте. Опять работа. Опять работа, а как ты хотел? Подготовка. Обнаружен противник. Так. Объект атакует. На базу напали. Потеряно. Что, тварь? Не шуметь. Бульдог на связи. Ну, поэтому надо несколько бульдогов готов сделать. Комбайн за ними. Атакует. А как вам это? Комбайн, я думаю, выживет. Тут держим. Бункер сломали. Тварь, не уходите сюда. Стрелки, вперед! Все, спокойно. Так держать, парни! Подготовка. Врежем как следует! Хабитые! Залечь! БТР к бою готов. Так, БТР на помощь. Сюды один. Ну, наверное, два сюды поставим, два сюды. Тут надо очень быстро действовать. Подготовка. Объект атакует. Ремонт. К бою готов. Куда ты уехал, тормоз? Порез. Главное не просрать ни одну вышку. Ну, по крайней мере, отведенное время, потом можно и просирать. Я потом даже продам некоторые. Я бы сейчас бы продал ППОшки, я тут через бульдогов играю, они нам не нужны. Страшно связи. Сюда, блядь. Обнаружили. Не едь, идиот! На базу напали. Комбайн атакует. Мороженое.
Так, ну вроде денежки появляются. Подготовка. Можно потихоньку клип. Твою. Ремонт. На связи. Я говорю, это миссия вам съест все мозги, все нервы. Удрикет. Объект атакует. На это я на максималке ее прохожу. Ну, там она гораздо легче, я помню. Я так затрахивался даже на обычной сложности раньше. Когда выступаем? Блин, напугали. Че вы не работаете? Ремонт. Вы че, охреневшие? Че не стреляют? Пока ручную не укажешь, не нашли. Хищник прибыл. Клоуна, блин. Так, хищник прибыл. На связи. Здорово. Будем клепать хищников. Жду приказа. Куда ты едешь? Так, это серьезно. Поехал? Хищник прибыл. Полторы минуты еще. Тут надо очень аккуратно Командир, действовать. Докладываем. Вахабиты. Хищник прибыл. Будем делать рейдерский Жду захват. Приказа. У него тут база, от которой идет техника. Ее надо будет снести сразу, как время пройдет. Уйдет, не тупи. Объект атакует. Хоть сейчас. На базу напали. Где они? Хищник прибыл. Так, так, так. Потеряно. Ремонт. Потрачено. Повышение. Ремонт. Вот все в порядке. К бою готов. Чуть можем помочь ему. Обнаружен противник. Не взрываться. На пролом. Всех убьем. Лучше отходи, пушки справятся. Понятно. Экипаж к охоте готов. Вы не тем занимаетесь. На связи. Вижу противника. На базу напали. Так. Вахабиты. Как вы атакуют? Сильно не взрывайтесь. Опять вы тупите. Пушки аутиста. Повышение. Танк, это серьезно. Подготовка. Давайте, давайте. Чем больше, тем лучше. Давайте сразу десятку. Все, время продержались, мы никого не потеряли, ну и с башен. Или потеряем сейчас. Да... Панерот, ну чем вы занимаетесь? Страшно связи. Хищник прибыл. Всего-то конченое. Обнаружен противник. Сколько на у нас комбайнов работает? Два, один, что потеряли. Объект атакован от подкрепления. Так, все, фу. Задание выполнено. Да, доп. Задание сделали. Все, теперь можно не заморачиваться. Вот это, хотя не знаю, есть смысл продавать. На связи. Шесть штук пока маловато. Деньги пока есть, наверное, продавать ничего не будем. Выбираем обходной путь. Обнаружена база врага. Вижу цель. Хабиты! На нас напали! Капец. На нас вероломно напали ноды! Да погодите, сейчас есть вещи поинтереснее. Обнаружен противник. Объект атакует. Устанавливаю видеосвязь. Группа сопровождения МСЦ попала под обстрел нод. Спасите наших людей. Успеем. Поступило сообщение. Уничтожьте баррикаду нод, мешающую вашему подкреплению. Погодите, блин, это очень хардкорная, это очень жесткая миссия. Мало того, что вас затрахивают со всех сторон, и причем, когда время вы продержитесь, ничего не поможет. Вам еще заставляют сюда напали. Идти. Но это просто нереально. В таком контексте. Командир, личник прибыл. Оружие к бою. Посмотрите, подкрепление ГСБ под ударом нод. Отправьте войска поддержки в северную часть. Ну, вроде достаточно. Города. Давайте раж делать. Средств. Будем надеяться, что все обойдется. Что приказом? Объект атакуют. Так, одну Обнаружен. Можно развать. Еще одну давайте. Подготовка. Целюсь. Так, ну, вы пока ждите. Ну что там? Так, хищников сюда. К бою готов. Хрена вас со всех сторон. Ну что там? Вступаем в бой. Понятно. Давай, давай, давай. Бронетехника, шляп. Сейчас будет несколько такие... гавельная тактика по захвату гейдовскому. Понятно. Вражеской базы. Ога. Главное обезопасить себе. Все, бабло кончилось. Обнаружен противник. Ну, я думаю, вы выдержитесь. Объект атакуют. Выдержите. Инженер прибыл. Жду приказов. Инженер прибыл. Жду приказов. Есть. Переокапывайтесь. Порезы. Ну, понятно. Пехота здесь. Так, так, так. На базу напали. Ремонт. А с другой стороны... Посмотрите. Подкрепление ГСБ под ударом нот. Отправьте войска поддержки в северную часть города. Постройка. Так, сейчас самое веселое настало. Вас слушаем. Погнали, погнали, погнали. Бегом, бегом, бегом. Бою готов. Командир, хищник прибыл. На штурм! Идем к цели. Вот главное прорвать базу. Вижу цель. На пролом. Вижу противника. Давай, давайте, заходите. Пулеметчики хрен с ними. Давайте, ломайте вот эту штуку. На пролом. На базу напали. Давайте. Вижу цель. Цель подтверждаю. Уже полегче. Ну, еще не все, но... Сжечь их. Вступаю в бой. Отлично. Цель подтверждаю. Огонь.
Так точно. Понятно. Теперь пропорционально распределитесь. Так, где там у нас? Жду приказов. Кого ждешь? Страшно связи. Угу. Где парковка? И второй был еще. Так, фух. Так, вот это можно отрубить, отсюда уже больше никто постройка не придет. Отключена. Постройка отключена. Посмотрите, подкрепление ГСБ под ударом НОТ. Отправьте войска дебилы. Поддержки. Опять они не работают. Города. Постройка подключена. Ну, мало ли вдруг, если что. Послушаем. Понятно. Так, отлично. Так, теперь страшно самое интересное тут. Выполняю настало. Приказ. Объект готов. Выпрыгивай. На базу напали. Я на месте. Таки правильная тактика. Доступны новые постройки. Убить сразу. Постройка включена. Так, отлично. И второй где там подъезжает. Завода захватим, можно было разрушить. Я их либо сейчас продам, подумаем. Скорее всего. У дороги. Скорее всего нет, не продам. Исполняю. На связи. Я их лучше оставлю. Жду приказа. Лучше базу захватить его. Ничего, осторожно. Страшно связи. У меня все с собой. Давай. Постройка все, здорово. Доступны новые постройки. Строится. Приостановлено. Отлично. Энергостанцию. Казарм сейчас построим. Сейчас все. Отлично. Эту базу обезопасили. Строительство. Теперь решено. Можно отдыхать немножко. Ремонт. Можно это починить. Ремонт. Чего бы это не сделать? Посмотрите. Подкрепление ГСБ под ударом НОТ. Отправьте войска поддержки в северную часть. А хоть куда-нибудь города. Поставьте. Доступны новые постройки. Строится. Все, электричество можем подключать. Постройка подключена. Все, врубаем электричество. Постройка подключена. Строительство завершено. Честно говоря, в половине постройка башен подключена. Я смысла не вижу. Объект так, атакует. Куда-нибудь. На базу напали. Доступны новые срочно постройки. Техника. Подготовка. Да, мы, кстати, впервые начинаем играть за нодовцев. Почему бы и нет? Там уже дымите, по-другому не пройдешь. Я разные тактики перепробовал в свое время. Постройка захвачена. Отлично. Ну и все, здорово. Сколько тут надо техников? Подготовка. Раз, два, три, четыре, пять. Пять техников. Подготовка. Все, у нас уже есть база. Тебе не придется защищать и доставлять свою базу, если ты захватишь вражескую. Цитата «умный негр», да? Типа того, что... Что-то они тупые на приграничных областях. Так, отлично, ему братство верит, круто. Нам недостаточно средств, комбайн атакует. Да сюда. Мы возьмем, что сюда, базу заводим. Все, мы уже даже сдоп миссию выполнили. Задание выполнено, постройка отключена. К бою готов. Посмотрите, подкрепление ГСБ под ударом НОТ. Отправьте войска поддержки в северную часть города. Можем убить уже, наверное. Постройка подключена. Ну, здорово. Я даже ее продавать не буду. Технику можно, кстати, отсюда уже убрать. Техника здесь свою миссию сделала, теперь тебя развертываем. Постройка захвачена. Так, так. На базу напали. Напали. Все готово. Ну это уже не серьезно. Сейчас сразу эту базу расхреначим, которая пехоту отправляет. Дальше надо будет действовать жестко и решительно. Я говорю, отступайте, чего встали. Отправляемся. Так, братство видит, ему круто. Да ёк, кстати, должен сломать. Сломайте его нахрен. Гражданская постройка нахрен. Все, что в моих силах. На штурм! Постройка захвачена. Доступны новые постройки. Строится. Вас всё. Слушаем. На базу напали. Куда-нибудь. Огневой контакт. К бою готов. А в принципе, а будет весело, как говорится, кесарю кесарю, вашим же оружием вас порезать. Посмотрите, подкрепление ГСБ под ударом НОТ. Отправьте войска поддержки в северную часть города. Объект атакуют. А что, вы все выработали? Нет, аккуратнее с ним. Так, ну вот эти пушки, они нам не нужны, мы их можем и продать, но нахрен сдались. Постройка подключена. Постройка подключена. Объект продан. На базу напали. Объект продан. Забрать. Просто как бы они уже свою миссию выполнили. ПВОшки, я вот не знаю, завершено. Продавать. Ну, с вот этой стороны, наверное, уж есть смысл явно продать. Объект продан. Так, отлично. Круто. Ага. Доступны новые постройки. Огня опасно. Типа того. Ага, он идет туда. Гори все огнем. Сейчас понаклепаем огнеметчиков. Огонь это круто. Ремонт. Сейчас погрузим. На базу напали. Гнев Кейна! Ога. Ну да, гнев Кейна против Кейна. Трололо. Аптечки нет? Ах, где аптечка? Обнаружен противник.
Ну мы базу, по сути дела, строили. В авиацию я смысла не Посмотрите, вижу. Посмотрите, подкрепление ГСБ под ударом НОТ. Отправьте храм. Войска поддержки в северную храм. Часть не города. Знаю. Объект атакует. Лучше замутить сюда еще одну эту комбайн. Подготовка. Один. Недостаточно средств. Гори все огнем. Сейчас наберем танков 5. Таких. Может побольше. И будем рашить его базу, которую пехота отправляет. В итоге мы будем обезопасены. Тут еще у нас есть... Да, кстати, тут у нас еще опыт. Обнаружен противник. Надо посмотреть. Тут у него авиационная база, если ничего не путаю. Ее в последнюю очередь уберем. Как бы она для нас не так опасна, скажем так. Ну, в принципе, кстати, можем попытаться обезопасить ее хоть сейчас. Не все уничтожать, просто эти... Там одно задание очень мерзкое. Я, если ничего не путаю, этот МСН вообще без единого повреждения доставить на базу. Вы представляете? Сквозь этот город. А, это будет весело. На базу напали. Ну да. Прах так. Праху. Погоди ты. Ну все, можем выступать. Ну что, огоньку? Иди того. Пустим пепел по ветру. Посмотрите, подкрепление ГСБ под ударом нет. Отправьте войска поддержки в северную часть города. Почувствуй жар. Ну ничего, сейчас размотаем. Объект атакуют. Кстати, мосты можно было поломать бы, но это не очень мудрое решение было бы. Полегче. Когда начнем? Так, где-то тут у него база. Я жажду жар. Информационный, давайте опыт возьмем. Ну что, огоньку? Опыт не помешает. Обнаружена база врага. Будет жарко. А, противопехотная база с противопехотной оборудованием. От огня не уйдет. Сквозь пламя вас. Полегче. Уходи. Будет жарко. Я устал ждать. Давайте, давайте. Ну, эту базу можно и сжечь, она нам не шибко нужна. Тем более, захватывать ее еще тот гемор. Туда. Давайте. Сквозь пламя в ад. Пусть бегал по ветру. Туда. Очищение. Сквозь Дальше. Пламя в ад. Немешек поднем. Давай, давайте, казарму ломайте. Посмотрите, укрепление ГСБ под ударом НОТ. Отправьте. Ну все, эту базу мы с вами убрали. Объект атакует. Приближаемся. Осторожнее. Ну все, базу на всякий случай сейчас еще отстроит. Я захватывать ее не буду, смысла особо не вижу. Так, тут еще звёздочки. Все готово. Здорово. Ну давайте потихоньку чистить город. Все, максимальная прокачка, сейчас полечим его, сам себя точнее полечит. Тут надо очень тщательно вычистить город. Ай. На базу напали. Ну, уже можем мы им спокойненько пройтись. Здание можно и все пожечь, что-то нахрен. Лучше просто их сжечь. Перестраховаться, а то еще потом нас спавнят, кто на них залезет. Время пришло. Им не Огня опасно. Хранилище уже нужно, нормально. Строите. Посмотрите, подкрепление ГСБ под ударом НОТ. Отправьте войска поддержки в северную часть города. На базу напали. Сквозь пламя в ад. Очищение. Отлично. Прах праху. Объект атакует. Гори, ясно. Чтобы не погасло. Готово. А, авиация долбаная. Короче, с авиацией лучше тоже разобраться, я так полагаю. Лучше убрать сами авиационные эти штучки. По-другому туда сейчас не залезешь. Через штурмовиков только у нас нет такой возможности. Опять вы дебилов. Не работают. Ремонт. Им не спастись. Строительство завершено. Сейчас мы вам авиацию выключим. Доступны новые постройки. Подготовка приостановлена. Отмена. Объект атакует. Так. Добрых парочку, то что они охреневают. Подготовка. Потому что то задание Я очень готова. Сложно выполнить. Ну что, встали. Выберись какой-то. Брах, брах. Ходи куда-нибудь. Бульдог на связи. Подождем. Полегче. Приборы. Полегче, полегче. Все готово. Бульдог на связи. Посмотрите. Подкрепление ГСБ под ударом НОТ. Отправьте войска поддержки в северную часть города. Потеряно. Потрачено. Мы их сделаем. Объект атакуют. Делается еще. Так, город надо просто детально зачистить, чтобы тут вообще ничего не было. Начнем.
Потому что если хотя бы один раз обычный пулеметчик выстрелит по МСЭ, то мы просрём тут миссию. А я бы не хотел бы этого. Это будет очень обидно. Поэтому лучше жить в здании, потому что потом можно кого-то пропустить. И кто-то пройдет. В здание спрячется и все. Подождем. Полегче. Полегче. Жги их! Поэтому лучше просто все здания пожечь. Так. Блин, прям как натовские войска в Хорватии. А, какой ужас. А что, это не смешно. Ну просто смешно в том плане, что параллель историческая, а не то, что событие довольно траурное было. А то мало ли кто что подумал. Блин, нахрен ему прокачку взял. Так, так. Посмотрите, подкрепление ГСБ под ударом МОД. Отправьте войска поддержки в северную часть города. Май. Жги их! Гори все огнем! Сквозь пламя в ад! Объект атакует. Жги их! Лучше перестраховаться, как вы понимаете. Очищение! Ну, что будет обидно. Это, конечно, не обязательно делать, но я думаю, что от этого хуже уж точно не будет. На связи, смерч на связи. Сейчас мы распинаем вам базу. Да будет шторм. Ну как базу, только авиационные вышки снесем. Ураганный шквал. Смерч надвигается. Тут, скорее всего, еще и поможет. Штормовое предупреждение. Обрушка атакует. Потеряно. Ну, нормально. Денег у нас хватает сейчас. Так. Очищающее пламя. Угу. Гори все огнем. Так, аккуратно продвигаемся. Посмотрите, подкрепление ГСБ. Короче, нам надо снести войска поддержки. Вот эту штучку, вот эту для подстраховки ПОшки на вкус и цвет. Все, восстановились. Объект атакует. Ну это наглость. Скоро взлет. Это правда наглость. Смерч на связи. Маски. Приборы в норме. Со всеми прокачками, скорее всего, еще. Так, ладно, тут аккуратно. Им не спастись. Борт, кого поджарить? Что там у нас? Объект атакует. Никто не уйдет. Обнаружен противник. Скоро взлет. Так, сейчас вторую сломаем. Он авиацию больше спамить не будет. Ну вот эту штуку не обязательно, но просто есть риск. Я не знаю, просто как он здесь будет себя вести. В прошлой миссии он отстраивал, как вы помните, здание. Хотя вроде не отстраивал. Как вам погодка? Посмотрите, подкрепление ГСБ ударом МОД. Отправьте войска поддержки в северную часть города. Что видишь? Много чего. Что там? Понял. Объект атакуют. Укажите цель. Так, что там у нас? Кто кого атакует? Ну все, авиации вроде у него больше нет. Ну, по крайней мере, лично я им именно авиации. Ха-ха, безбалевная наглость. Тоже ресурс кончились, походу. Что видишь? Иди сюда. Все понял. Тут только тут нет ресурсов, чувак, я тебе немножко облом. А, это наш, тихо ты. На крыло. Я думаю, что уже наглость у него хватает, где-то тут еще база он отправил. Нормально, да? Ну, вроде более-менее маршрут обезопасен. Более или менее, ключевое слово. Налететь-то можно всегда. Сквозь пламя в ад! Объект атакуют. Недостаточно средств. Очищение! Жги их! Подождите. Посмотрите, подкрепление ГСБ под ударом НОТ. Отправьте войска поддержки в северную часть города. Гнев Кейна! Угу. Приборы им не спастись. Все готово. Ну, вроде чрезмерная мера. Я тут у него ничего не вижу. Гори все огнем! Но тем не менее, что там достроили? Смерч, это серьезно. Будет обидно, если где-то у него один там самолетик остался и прилетит, и прям по МСС будет хренапить. Залежи Тиберия выработаны. Понял. Ждите беды. Обнаружен противник. Ураганный обнаружена шквал. База врага. Угу. Штормовое предупреждение. Объект атакует. Наверное, мы не сломаем.
Не, Тиберия нет. Как он ремонтирует? Ремонтирует, нет, на скотина. Ладно, это, наверное, чрезмерная мера. Так, кстати, по поводу мер. Что приказов? Посмотрите, собрать надо. Подкрепление ГСБ под ударом НОТ. Отправьте войска поддержки в северную часть города. Очищающее пламя. Гнев Кейна. Атакуйте. Как он сквозь здание стреляет? Это магия? Гори. Ладно, хрен с ним. Ну, вроде я его использую, здесь больше не вижу. Очищение. Ай, подлагивайте. Спасибо за помощь, командир. Пора возвращаться на базу. Чего? Подлагивать можно. Сквозь пламя в ад. Да, в принципе, можно вообще не знаю. Нужно сохранить МСЦ и восстановить базу. Сопроводите его на базу ГСБ и разверните там сборочный цех. Окей, ушки. Он что, войска там отправил, смотри. Отряд подкрепления в вашем распоряжении. Погодите. Кого поджарить? Новое задание. Полегче. Целость и сохранность. Вот это очень мерзкая миссия. Увидит целый невредимый МС, на базу укрепить пшану, чтобы вы дух наших солдат. От огня не уйдешь. Вот видите, он откуда-то войска здесь. Приближаемся. Получил. Все готово. Так ничего не понаделал. Я жажду жертв. Жаждет жертв он. Командир. Командир. Бабло. Когда выступает? Обнаружена база врага. Откуда-то он пехоту понабрал. Вперед. Обнаружен противник. Брах к браху. Надо прочистить все тут. Потеряно. Ближе, потрачено. Ближе. Порвем их. Все готово. Объект атакуют. Так. Им не спастись. Ну, вроде бы ничего не пропущено. Подождем. Вроде бы. Гнев Кейна! Хотел, может, из карты прийти, когда мы подъедем. Подождите, они по кому-то жгли или что это за звук был? Гори, гори, ясно! Гори все огнем! Вроде я никого не вижу. Осторожнее! Бабло. Ну что, огоньку? Еще пропадать бабло? Полегче. Соберите. Когда начнем? Ой. Ну, тут я не знаю. Нужно хранилище. Ну, погодите. Жарко. Если еще поинтереснее есть. Ну, вроде как все безопасно. Ну, блин, я не знаю. Я не музыкант, но очко играет, да? Шучу. Я не знаю, что тут будет. Потому что один раз они просто один раз по нему стрельнут, все, будет пройдено. Это доп. Задание, так что надо очень осторожно действовать. БТР ждет приказа. Ну, давайте аккуратненько. Исполняю. Сюда, до этой точки. Что, есть дело? Тоже до этой точки. Ага. Экипаж к охоте готов. Тоже куда-нибудь сюда. А я вроде никого не наблюдаю. Очищающее пламя. Развертываемся. Только не тупани, чувак. Один выстрел, даже одно полевое номинальное ранчение и все. Мой ветер завывает. Строители на связи. Строители. Едем. Едем. Мы едем, едем, едем в далекие. Так, стоп, стоп. Спокойствие, только спокойствие. Ну, на связи. Вообще что довольно строим? Нервно. Тем более нахрена нам базовых, если номинально у нас уже целая база тут есть. Ну ладно. Когда выступаем? Дорогу не получите. Мы идем. Развертываемся. Сейчас номинально врезался в стену, все, минус ХП. Мы проиграли эту миссию. Нужны хранилища. Да погодите с хранилищами. Вроде безопасно все. Страшно связи. Ну? Фух. Хорошо. Хорошо. Ну блин. Поехали. Поехали. Фух, вроде бы проехали. Ага. Что ждут хранилище перепутанных? Вам уже известно, что МСЦ вернулся на базу ГСБ. Его можно развернуть. Ага. Задание. Доступны новые постройки. Угу. Поступило сообщение. Да, здорово. Силы НОТ рассеяны между тремя небольшими лагерями. Одну уже снесли. Зачистите район и уничтожьте их. Окей. Одну базу мы снесли. Данные обновлены. Так, что там за данные?
Кейн, Восточная Европа. Что общего? Вырежка досье W3N о Кейне. Чем так приглянулась Кейну Восточная Европа? Почему он решил возродить храм Сараево? Уже долгое время в этом регионе наблюдается активная деятельность братства, но причины этого не ясны. Ну да, интересно. Может быть, номинальное решение, что типа надо же восстановить базу, все дела. Может, что-то и посерьезнее. Ну ладно, раз такая тема. Строится. Штурмовиков сюда кинут, потому что авиация не очень эффективна будет. Тут уже можно снести. Где они? БТР ждет приказа. БТР, тема гиночки. Типа того. Все готово. Блин, вот это вообще не живой чувак. Но причин несколько, я так предполагаю. Причина, ну, возможно, в теории, по крайней мере. На мой взгляд. Строится. Ну, во-первых, чисто морально такое устрашительное действие для понятия боевого духа своего, что типа вот мы возрождаем старый храм. С другой стороны, должны запухать ГСП, что храм-то возрождается. С другой стороны, может, место стратегически выгодное. А в-третьих, может быть, то, чего пока мы не знаем. А в-четвертых, тупо, рандом. Ну, это так прикалывалось, конечно. Это, кстати, ну, хотя смысл продавать уже конец игры. Центр, ты долго будешь. Так. Гори все огнем! Он вообще ремонтирует, скажи. Ладно, стрижки. Гори, гори, ясно. Ага. Кого поджали? Строительство завершено. Повышение. Повышение. Доступны новые постройки. Не туда смотрю. Строится. Подготовка. Десятка, думаю, будет достаточно. Более чем даже. Так, ну тут надо все дожечь. Дурак праху. Строительство завершено. Так, арсенал. Доступны новые постройки. Штурмовики готовы! Угу. Ну все. Изи-пизи. Блин, это очень жесткая миссия. Вы просто не представляете, как раньше я мучился, когда играл просто. Тогда хочу, чтобы была обычная сложность. Там я могу, конечно, путать, но, по-моему, там времени было поменьше. Но это не точно, это могу так заблуждаться, потому что это было очень давно. По-моему, тут времени было поменьше. Но атаки уж точно были не такими интенсивными, это раз. И со стальгей стороны они атаковали, это два. Ну, это просто пипец. Миссия очень жесткая. Отряд, смирно! Еще тогда я эту тактику выработал, сейчас я немножко доработал. Команда в сборе! Поджег зданием, перестраховался. Потому что увидели, кстати, это было не напрасно, гротовщики могли залезть. Готовы. И все. Вы назвали? Ну, а дальше мы с вами молодцы, мы справились с одной из очень сложных, очень мерзких миссий. На максимальной сложности. Ну, пока еще не справились, но, по сути дела, мы уже справились. Просто надо подождать. Хочу эпично подождать, пока 10 штурмовиков будет, и просто тупо высадиться туда. Пушком, и все. Плюс прокачаем. Команда в сборе! Что за звук был? Сейчас погрузим. Нормально. Штурмовики готовы! Так, ну сколько у нас тут? Что сделать? Пятерка. Чисто идут. Верно. Ну, в принципе, я думаю, этого и достаточно будет. Расплюнуть. Обнаружена база врага. Обнаружен тем более тут противник. Штурмовики готовы. Отряд, смирно. Это работа. Мало не покажется. Сложно. Усовершенствованы. Обнаружен контрагент. Объект атакует. Танки. Штука довольно мощная. Шевелись. О, да. О, нет. Дави, готовы. Мало не покажется. Туда. Мало не покажется. Угу. Максимальная прокачка. Они умрут. О, да. Штурмовики готовы. Мало не покажется. Охренеть. Хрен убьешь максимальной прокачкой. Прикроем эту лавочку. Угу. Объект атакует. Ну все, лавочка прикрыта. Штурмовики готовы. О, да. Уе. Верно. Уга. Поехали. Что сделать? Ну все, доломаем тупо. Этот мой! Угу. Это тот? Может быть, это мало здание, не, а не этот? Что за тупость? Этот мой! Ну все. Он еще ремонтируется, у него денег нет, он на что-то ремонтируется. Ну, где вот они? Верно. Мало, получай еще! Ну все. Это победа. О, да! Ой-е. Ой-е. Прикроем эту лавочку. Дрон. Это твой. Ну все. О, да. Фух. Изи.
Миссия... Победа! В, значит, Виктори. Да, это было жестко. Фух, это капец какой-то. Ну, мы справились. Я Монтендрай, мы выстояли. Продолжительность сеанса 31 минута, 21 секунда. Эффективность боевых действий 10.48. Войск противника уничтожено 262. Войск потерян 25. Меньше 10% за обнажение. Постройка противника уничтожена 28. Потеряно 5. Вышки только, по-моему, да? Ну, конечно, оборонительные турельки. Ресурсов добыто 96690. Все задания основные выполнены на максимальной сложности. Золотая медалька. Все доп. Задания выполнены. Лента задобли. Здесь она очень ценна, потому что обе задания сложные. Первый, придержать все вышки вначале. И второй, МСЦ вообще не покоцать. И третье, вся разведданная добыта. Лента, отличный разведчик. В итоге мы прошли с одной из самых сложных, одной из самых мерзких миссий, Хорватию, на максимальной сложности, со всеми максимальными показателями, то есть сделали, грубо говоря, все, что только можно сделать. И мы с вами молодцы, это здорово. Че, ролика никого не будет? Ну ладно. Албания. Это уж в следующей части будет. Сохранить. Фу. Это было жестко, это было очень-очень жестко. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был МК Баский. И мы сегодня с вами вновь продолжали играть прекрасную, интересную, ну и, конечно же, замечательную игру. Игру довольно неплохую и интересную под названием Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Это была у нас уже с вами 9-я часть прохождения, в которой мы с вами высадились уже в Восточную Европу, в Хорватию. По результатам мы Хорватию отстояли, развернули там базу нода, ну, в какой степени базу нод, потому что мы захватили базу нод, но я думаю, что там все это продастся, переделается. Короче говоря, теперь ГСБ закрепляется в Восточной Европе, получил под контроль Хорватию, и ее можно использовать как дальнейшую базу для наступления на нод. В итоге по всей Восточной Европе. Вот уже следующая высылка будет у нас в Албании, как вы видите. В общем, все довольно неплохо, здорово. Плюс, я думаю, это подорвет в каком-то степени боевой дух нот, потому что в таких вот жестких условиях мы выстояли еще и все по-максимальному сделали, да? Не должно быть стыдно нотусам, да? Они подвели своего лысика, подвели Федорова. Ну ладно, бывает. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был МК Баский. И мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео нашем с вами старом добром консервативном канале. Всем пока!